В округе продолжается проверка предприятий и ресурсоснабжающих организаций на их готовность к зимнему периоду. На этот раз посетили Люберецкий городской жилищный трест. Ну, я так понимаю, к зиме мы готовы? Да. Трактора, снегопогрузчики, самосвалы. Более 100 единиц спецтехники ЛГЖТ готова к предстоящим холодам и сюрпризам погоды. В этом году учреждение пополнило автопарк 3 новыми тракторами. Уже закуплены реагенты и песко-соляная смесь. ЛГЖТ традиционно очень хорошо подготовлены к зиме. Мы всегда друг за друга, один за всех и все за одного. Поэтому ни зима, ни осень, ни какие-то погодные условия неблагоприятные для нас не страшны. 400 сотрудников готовы к предстоящему зимнему сезону. Еще 100 находятся в резерве на случай обильных снегопадов. Коллектив ЛГЖТ устоявшийся. Виктор Пантелеев, например, работает машинистом автокрана уже 17 лет. Свою рабочую машину готовит каждый день, вне зависимости от времени года. Техника всегда наготове. Это, скажем так, вот, ну, один из смотров из ежегодных. Она в любом случае нужна постоянно, поэтому, естественно, поддерживаем ее всегда в рабочем состоянии. Также в ЛГЖТ работает круглосуточная единая диспетчерская служба и регулярно дежурят аварийные бригады. Степень готовности учреждения проинспектировал Владимир Ружицкий. Мы должны готовиться к самому худшему, самым обильным снегопадам, самой низкой температуре. И когда мы к этому готовы, то зиму, как правило, проходим без особых потрясений. Я думаю, что ЛГЖТ к зиме, по сути, готова. Но здесь нельзя расслабляться. Мы подведем итоги где-то в марте месяце. ЛГЖТ – одна из ведущих управляющих компаний округа. Она обслуживает более 850 многоквартирных домов. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.